В наших экспериментах были использованы гуминовые вещества. Мы исследовали их кардиотропную активность. Данные эксперименты были проведены впервые, потому что в мировой литературе мы встретили только данные, касающиеся позитивных эффектов на мозг, печень, почки и так далее. И нами были получены результаты, указывающие на то, что гуминовые вещества оказывают хороший вазодилатирующий эффект в экспериментах инвитро и оказывают хороший кардиопротекторный эффект в экспериментах инвитро на модели тотальной ишемии или перфузии. Было показано, что в результате профилактического применения гуминовых веществ снижается степень ишемического и перфузионного повреждения сердца, а также наблюдается улучшение сократительной активности миокарда в постишемический период.